Привет, мои дорогие зрители, с вами Элла Австралия. Ну что, вы готовы к поискам клада на улицах Сиднея? Если да, тогда садитесь, ложитесь и поехали. Те, кто впервые у меня на канале, я ищу сокровища на улицах Австралии и иногда их нахожу. Поехали. Это что-то новое. Вот, все упакованное. Не могу понять. Экстеншн. Шарп. Кухня детская. Вот очень интересный светильник. И здесь, как на базаре. Старые кассеты. И здесь старые кассеты. Водный пистолет. А здесь люди... Что-то я даже расстроилась. Смотрите. Взяли и внутрь мусор положили. Хотя... Тоже вот в прекрасном состоянии, только пыль протереть. Ну чё ж это такое? Чё ж это за ядрёна корень тут происходит? Шашлычница. Royal Porcelain. Kingdom of Thailand. Где-то около года тому назад я снимала похожие кресла. Ребят, вот это кресло, это китайские, и они антикварные. Правда, те были намного лучше состояния у них, но если их продать в антикварном магазине, скорее всего, это будет стоить, ну, не меньше, чем $1000. Тут, конечно, они потресканные, но это не репродукция, это настоящие. Новая сушилка. Как она называется? Мармелад делать. О боже, это что такое тяжелое? Ой! Сейчас я открою. Шары. Сколько они весят, я не знаю. Ой, а там сколько меня в шарах. Привет! Привет, дорогие зрители! Ой, а я отсюда вижу, вон там с правой стороны рог у меня вырос. Ой, один, наверное, 0,5 килограмма. Ой, не сдвинуть, а это... Ого! По-моему, это дорогая... Это спикер или... Ну вот эта фирма, я знаю, это дорогая. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Вы знаете, я ее возьму с собой, приду домой и скажу вам, сколько это чудо стоит. Ну, по-моему, вот это вот какую-то копейку стоит. А смотрите, как написано. Сонос. Смотришь так? Итак, как не повернешь, одинаково читается. Тарелки. Это что такое? Это шлем. Шлем. Старинный шлем. А для чего? Или это для какого-то спорта, может, это для бокса.
Или это велосипедисты, или это шлем пилота. Ребята, смотрите. Внутри ничего не написано. Из кожи сделано. Ну, по-моему, знаете, у пилотов, у них вот здесь, где уши, там такие кругляшки для наушников. Или мне кажется. Ребят, напишите свою идею, пожалуйста. Так, этот шлем поедет со мной. Подсвечник, но не хрустальный, из прессованного стекла. Да не один их здесь парочка. Вот еще спрятался. Спальню выставили. Тумбочки прикроватные и кроватка. У навигатора провода отрезали. Ну, сейчас все навигаторы выкидывают, потому что у всех в телефонах есть. Но по-любому в машине всегда надо иметь. Вдруг телефон разрядится, а ты потеряешься. Это что-то новое. Вы знаете, по-моему, это или полотенце для рук, или это используют, знаете, как подкладка для шитья. О, целый мешок вот с этими рулонами. Вот беда. Часы пропали. Куку. Где кукушка-то? Вообще, конечно, ребята, вот то, что человек сейчас косит траву, шум на целую улицу, реально. Это та, которая косилка, которая работает без электричества. Такой звук делает, что мурашки по коже бегут, когда он скребет об асфальт. Может, вот так что-то видно будет? Ой, смотрите, что Red Army by Александров. Ребята, вот эту я беру. Начинаем смотреть. А что делать? Нэнси Синатра. Нэнси я возьму с собой. Тут по уму-то все бы их взять с собой. Сейчас я вам их... Фрэнк Синатра. Это что такое? Венгерская. Ну, мы идем до нашей, до Александрова. Где он? Нэнси, ты давай не прыгай. Нет, ребят, вы знаете, что пластинки очень редко стали попадать. Поэтому я один раз много лет нашла назад. А что ж делать-то? Вы знаете, я, наверное, их... А, нехай. Вы знаете, я их все возьму. Вот он. Вот они дошли. Все, я буду пластинки в машину ставить и... Ой, а это на нашего похож, господи. О, забыла, ребят.
Забыла, на кого похож. На кого-то похож. Сейчас по-быстрому. Это, так сказать, вот эти пластинки пойдут в историю. Я поэтому их и снимаю. Немножечко еще осталось. Возможно, тут какая-то будет и ценная, потому что около дороги ты, конечно, это не сможешь разобрать. Вот какая из них самая дорогая. Посмотрю, что почем. И если что, другие отнесу в секонд-хенд. Ну что, пластинки, поехали со мной. О, боже. Это что за шпионский телефон? Я таких никогда не видела. Вы знаете, я его возьму с собой. Посмотрю ему цену. Если что-то стоит, я вам скажу. Нет, я его просто-напросто выкину. Куда, откуда пришел, туда и уйдет. Кожаный диван. Можно под деревом тоже полежать на диванчике. Можно на матрасике. А здесь антикварная ширма. Ой, она тяжелая. Ой, она тяжелая. Ну, скорее всего, это привезли ее откуда-то из Азии или из Индонезии, потому что на Европу она никак не похожа. Цветы в горшках. Пальму. Хоть бы соседи какие-нибудь пришли, эту пальмочку забрали. Она же абсолютно здоровая. А если пойдете вот такого размера покупать в магазине, я не знаю, несколько сотен долларов точно будет стоить. И каждый горшочек. А вот этот какой горшок? Это настенный. Ох. Ой, мне прямо этот, если было рядом где-то с домом, я бы эту пальму забрала. А так ее же даже я сдвинуть с места не смогу. Вот еще в соседнем доме. Здесь что-то необычное. Скрипка. Сейчас посмотрим, что это такое. И вы знаете, что это маслом написано? Это коробка такая. Ой, слушайте, какая интересная. Вот как это выглядит. Где там ее сделали, не пишут. Ну, конечно, вещь очень необычная. Возможно, это для документов. Я не знаю, для чего. Но вот эту коробку я возьму с собой. Коробка ручной работы. А, вот, сейчас. С хозяином вещей разговаривала. Я говорю, ты не волнуйся, я говорю, я видео сделаю. Тоже с Ливана. Выставил и говорит, выставил и жалуется. Ты, говорит, посмотри, что делается. Сколько мы выбрасываем в Австралии. Это он мне говорит. Вот. Кухня просто прекрасная. Как новенькая. Елка, елы-палы. И велосипед. Для сжигания жирочков, накопленных на локдауне. А это не пойму,
Похоже мне на новое. Что тут? Да, ребят, это новое. И вот это. Это стульчик барашек. Баранина. Animal атаман. О, какой интересный. Ой, нет. Ой, нет. Мне боксом сейчас заниматься нельзя. Потому что и так артрит на руках. А как его? Артрит растучишь, совсем плохо будет. Очень интересная подставка под телевизор. Форма у нее необычная. Вот почему-то это все черное на черном, и ничего не видно. Здесь клюшки для гольфа. И очень красивое зеркало. Вы знаете, я его возьму с собой. Оно маленькое, узенькое. Так что зеркало не пропадет. Здесь живет швея, и здесь все, что с этим связано. Кусочки материала. Там какие-то выкройки. Ой, бай. Ой, бай. Очень большой кусок бархата. Ой, а сколько там? Ни конца, ни края ему нету. Это ж тут на платье, даже на два платья материала достаточно. Очень красивую кроватку выставили. И там в нее сложили. Непонятно что. Собаки, барабаки. Эй. Ой, господи, а там собака-то от горшка два вершка. Ой, вы, зайцы, а не собаки, пугаете. Целая коллекция старинных чемоданов. Мальчишки. Вот, вещь для мальчишек. Ну, не знаю, что это такое. Что-то для чего-то. Два стульчика. Тут какая красота. Ой, девчонки. Я второй раз в жизни такое нахожу. Смотрите. Сюда можно все свои драгоценности сложить, и сверху все это будет видно. Ой, какой классный. Видите, вот это залепили, чтобы оно не каталось, дверцы не открывались. Ну, вообще, конечно, очень такая идея хорошая. А здесь винтажная сумка Ли. Это тоже, наверное, где-то с 70-х годов. Вы знаете, такие тоже вот они, такие вроде страшные-страшные, а включишь eBay, может, такая за $50 продастся, а какая-то и за 150. Все надо проверять, потому что все невозможно знать. Чесалка для вашего животного. Прям массовое выкидывание чемоданов. Полтора года сидели, сказали, да ну а их нафиг, что место занимают, куда с ними поедешь.
здесь диваны в очень хорошем состоянии, но у них одно но. Расчесали как могли. Котики тут подходили и драли просто вот со всей силы, пока дырки не сделали. А это винтажные две люстры. Видите, элегантные какие. А это, наверное, стол раскладной. Мужчина взял на металл его. Это был металлист, который провода отрезает. Панасоник. Здесь стул барный. И, возможно, он тоже стоит неплохие деньги. Смотрите, что тут написано. Made in Чехословакия. James Richardson Division Corporation. Новая игра. И еще одна новая. Знаете, вот эту с роботами я возьму. Можете меня поздравить. Хорошо, что я их забрала. На быструю руку проверили. Здесь есть пластинки, которые стоят от 3 долларов. И по 20 долларов есть. И по 50. И есть даже одну нашли за 150. Так что, ребята, это реально целый клад. Проверила на интернете цену и просто обалдела. Цена на эти спикеры просто катастрофа. Это все почем продано. Так что, дорогие мои зрители, сегодня у меня реальный клад, а не находки. Кто не знает, что у меня есть второй канал, канал называется Элла Австралия ТВ. Всем добро пожаловать! Дорогие мои зрители, нагулялись, надышались австралийским воздухом. Ну, а я с вами буду прощаться. Кто впервые у меня на канале, всем добро пожаловать. Приходите, у меня скучно не бывает. И как обычно, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. А мы увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие.